Вы смотрите видео об отеле H10 Salao Princess. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель H10 Salao Princess расположен в стране Испания в регионе Коста-Дорадо и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. 100 километров от аэропорта Барселоны в Салау, в 500 метрах от парка Порт-Авентура. Отель находится в коммерческой зоне Салау, рядом с селом площадью Европа. Располагает всем необходимым для семейного отдыха с детьми. На территории отеля имеется 1 ресторан, 3 бара, 1 открытый бассейн, лифты, интернет-кафе платно, Wi-Fi в лобби бесплатно. В номерах есть ТВ-спутниковое телевидение, центральное кондиционирование, мини-холодильник бесплатно, сейф платно, ванна или душ, фен, телефон, балкон или терраса, детская кровать по запросу. Номерной фонд отеля состоит из всего в отеле 327 номеров. Стандарт Rooms – 15 квадратных метров, максимум 2 плюс 2 человек. Трехместные и четырехместные номера укомплектованы двумя двуспальными кроватями, дополнительные кровати не предусмотрены. Два номера для инвалидов – стандарт Room. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть сауна, тренажерный зал, взрослые и детские бассейны, джакузи. Также бесплатно доступны фитнес-центр, сауна, джакузи, терраса для загорания, настольный теннис, аэробика, развлекательные программы. За дополнительную плату имеется бильярд, массаж, для детей есть один открытый бассейн, мини-клуб возраст 4-12 лет, в ресторане детское кресло, детская площадка, развлекательные программы. Год, когда был сделан последний ремонт, 2007. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.